Братья и сестры, на протяжении многого времени у нас даже где-то ностальгия у тех, которые родились в Советском Союзе, воспитанники Советского Союза, и некоторые мелодии даже настолько привыкли, они вызывают у нас некое вот чувство того детства. Я даже попросил операторов, да, вот включить и вот послушайте ее. Ну, буквально одну минуту, пожалуйста. Какая передача? В мире животных, да? А знаете ли вы, что это знаменитая мелодия «Поле моря», использованная для заставки телепередачи «В мире животных», это переработка 10-й части канты аргентинского композитора Ариэля Рамиреса, которая называется «Наше Рождество». Мы слушали десятки лет эту мелодию, которая воспевала о рожденном Сыне Божьем, как Мария с младенцем идут в далекое путешествие. Вот послушайте ее в оригинале, как она звучит. Мы десятками лет слушали в атеистическом обществе о рожденном Сыне Божьем. 25 декабря. Celadas cardos y osigas, a la huella, cardando campo, nunca dijo mi voz.